Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Титан и Хаммер. Мы играем на сервере 8 бит, снимает Хаммер. Сегодня мы будем делать... Сегодня пойдем в ад, поставим помпу и будем лаву качать сюда в движки. А движки здесь у нас будут электричество вырабатывать. Угу. Пока что здесь у нас все по старой схеме. И я, уважаемые подписчики и зрители канала, как бы меня так помягче назвать, я, в общем, зря сделал тессеракты, которые жидкость передают. Нет, их, конечно, можно использовать где-нибудь, но дело в том, что я же сделал еще эндертанкер, он передает жидкость, телепортирует. А зачем я сделал тессеракт для жидкости, я только сейчас понял, я зачем я это сделал. Ну, в общем, сделал, пусть будет, где-то использовать будем тессеракт для жидкости, но для телепортации лавы достаточно эндер танкера, это все. Поэтому сейчас мы делаем помпу. Помпу. Давай. Помпа из билдкрафта. Я бы лучше не в этом делал, я же не покажу, как она делается. Так а ты найди и это сам покажи. А как она называется? Можешь написать мне? Помпа, сейчас тебе скажу. На. Где у нас билдкрафт? Ищу я ее. А вот помпа нашел. Где? Вот. А, она в начале? Я ж не вижу ничего. Так. Где голова крипера? Один. А, вот она, помпа, да? Она делается из цистерны и из буровой установки. Давай, сделай цистерну вокруг стеклышка просто. Ну, я сейчас сделаю. Сделай цистерну, а я пока буду делать буровая установка. Буровая установка потом покажет, что делается. Там у нас миллиард железа надо. Миллиард железа. О, у нас есть железные шестеренки. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Сейчас сделать сцену. Да. Сцену. Так. Держите ее сцену. Спасибо. Сцену. Так, мы сейчас железо. А сколько надо? Хорошо. У нас железа мало. Слушай, надо пойти за железо. Надо пойти за железо. А сколько у нас железа там? А? Ой, ёпси-мопси. Железа-то нету нифига. Ой, пошли спать, пошли. Маковать! Крипер вообще. Железо, да, слушай, надо за железом вылазку, ну ничего, ладно, мы, я думаю... Так, все, сейчас... бегу в пещеру! Я забыл, где выход, а вот... Ты хочешь по пещере побегать? Ну, а чё? А за... ну... Нельзя же не ходить в пещеру. Нет, ну... Так, давай, работай. Так, чё? Блин, песок, где песок? Песок, где песок? Вон песок. Дай песок. Подожди, надо так еще. Песок. Сюда песок. А где я уголь брал? Вон уголь. Подожди, нет, я отсюда брал еще. А, 12 рублей. Давай. Ты не стой на месте. Не стой на месте. Я иначе того я снимать буду. Да я показываю каждую штучку. Да ты ничего не показываешь. Что там еще осталось? Все, ничего не осталось. Железо только не бери, пожалуйста. Я ничего не... Я просто показываю. Так. Ну, давай. Боговая установка. Боговая установка делается... Ты показываешь, как боговая установка? Боговая установка, я показывала. Вот. Из шести железа, угу. Железные шестеренки, пыли и кирки. Как делается железная шестеренка? Кирка у нас есть? Железная? Железная нет. Ладно, придется сделать. Делаем железную кирку. Криво поставим. Так, главное не переборщить. Железную кирку. Это куча железа. Что еще там делается? Где я потерял ее? Спасите меня. Так, еще надо
6 железа и железную шестеренку. 6 железа есть. То есть 6 железа. Шестеренку железную. Шестеренка есть. И редстоун. Редстоун. О, боговая установка. Боговая установка. И цистерна. О, помпа. Помпа. Все, сделали помпу. Положили ее в эндер рюкзак на всякий случай. Так, у нас есть помпа, у нас есть жидкостные трубы из Thermal Expansion, которые делаются из закаленного стекла посередине, по бокам медь. У нас есть магматический двигатель, чтобы запустить... А, ведро надо. Два танкера, эндер-танкера. И ведро. Бесполезные тессеракты жидкости. Я столько ресурсов потратил. Это бесполезная вещь, потому что есть эндер-танкеры. Вы понимаете? Может, я не прав, кто-то меня это самое поправит. Ну, что ты мне в глаза у меня это смотришь? Подожди, я забыл. Ведро. Когда мы пойдем-то? Ведро же на. Есть ведро, нет? Ведро где-то было. Вот, ведро. Одно ведро берем, все. Лаву, лаву. Одно ведро славы, то есть лаву потом. Лаву, лаву. Так, все. Так, это я тоже тогда сюда положу. Ведро. Так, кирка есть, топор, так. У меня все есть. Слушай, а какую-нибудь кирку можешь сделать одну? У меня знаешь, сколько кирок-то? Дай мне одну кирку. На тебе. А, луч... вот кирки же есть тут. Ты мне дал? А, ну все. У меня еще знаешь, сколько? Три там. На всякий случай, просто у меня почему-то алмазная, хожу с алмазной все делаю. У меня так-то 6 кирок. Так, иду взял. Так, да, взял, взял. Все, так. Почему мы сняли эти костюмы? Что это, может, не жалко терять? Так. Но не дарил это. Все, так, пош. Так, меч взял. Меч взял. Все, пошли. Лук взял? Лук взял. Ну, не знаю, у меня лука нет. Я уже боюсь, это не лук терять. Поднимается. Да, мы перестановку немножко сделали, ну и потом. У нас будет большие О, буква Т получилась. Не маленькие, а большие буквы. Буквы, все уже. Большие, большой, короче, будет этот помещение у нас. Не маленькое. Вот. Ай, меня тошнит. Меня тошнит. У тебя много всякого фиговины там? Ну, вот у меня. Ты вышел, нет? Да, вышел. Я тебя не вижу, подожди. А я лучше F7 выключу. Чего? А, ну да, выключи. Я уже газ услышал, надо звук. Ну, положи сюда что-нибудь, что у тебя? Ты сейчас потеряешь, что у тебя? Это твое все, что ли? Да. Подожди, у тебя кирки, да у тебя, да у тебя ничего почти нет, ладно. Нормально, у тебя ничего нет, все, пошли. Давай лук положу, я вот так долго делал. Ну, положи лук. Так, так. Нет. Столько кирок у тебя. Ты мне слушай, дай мне одну кирку, Я тебе дал две. Какую? Как кремниевую. Кремниевую? Какую тебе кремниевую? Ну, эту? Какую? Нет. Да быстрее. Ну, все. Ты можешь быстрее, нет? Ну, держи тебе вот эту. Я чуть вас не вижу. Все, пошли. Подожди, я не готов все. Да, ну пошли же, ну. Я буду каждый шаг за тобой идти. Подожди, надо посмотреть, где озеро. Озеро лавы. Подожди. Прям над нами гаст. Я уже чувствую. Подожди, озеро лавы. Ну там мостик есть. Так, есть это? Или я потерял. У тебя дом есть? Метка есть этого выхода? Метка выхода есть? Вон. Есть, да, все. Стой, подожди, здесь падать можно. Так. Нет, не здесь. Пойдем в другую сторону. Давай, иди, я к вам за тобой. Так. А если назад... Вот туда пойдем. Нам даже закрыли лаву. Вот туда там, наверное. Там гаст, я тебе говорил. Нам же надо как-то... Стоп! Вон внизу там вот лава. Так,
Давай вот так вот вниз. Так. Давай лучше тебя с контрола буду показывать отсюда. Что? С контрола, вот так вот. А, меня с контрола. Хорошо. Так. Так, ой-ой-ой-ой-ой, свинозомби. Так, уважаемые подписчики, напряжённо. Ой-ой-ой-ой. Ты меня ой-ой-ой не надо, я так боюсь. Так, а здесь уже лаву, слушай, вытащили, видимо, кто-то. А тут и это, и этот, Саша. Саша, Маша, Паша. Саша вот. Ну, знаешь, что мы сделали? Все, обратно, быстрее. А что мы не сделали? Мы не сделали загрузчик. Да я болта. Загрузчик не сделали. Давай в портал. Быстрее, обратно иди. Я жду тебя. Где тут? Да ё-моё. Где? Быстрее. Мы не сделали загрузчик, и ты молчишь. Я же не знаю. Я тебе только что говорил, надо делать загрузчик, ты молчишь. Пошли, блин. А мы выйдем сейчас не там. Да какая разница, где мы выйдем? Так. Побежали домой. Побежали. Загрузчик Чанков, уважаемые зрители, мы знакомились. Ты меня не видишь. Ха-ха. Да это не важно уже. Да беги ты быстрее. Да я бегу. Да я не тебе. Ты человечку? Я себе. Да уже убежал давно. Ты что такое ты будешь делать-то? Эх, забыли мы это, а? Вот, а как ты у меня быстрее убежал? У меня супер план был. Ты вот лестницу зря, конечно, так и все замуровал. На нее не зайти сбоку. Зайти тебе? Там можно было пролезть. Ладно, все, теперь делаю. Так, загрузчик Чанков делаем. Делаем загрузчик. Загрузчик Чанков. Мы забыли. А что мы двигатели не взяли вот эти? Магические двигатели. Это обычный двигатель. Так. Магические это? Сам ты магический. Это водяные двигатели. Там магические написано. Где ты видишь? Где ты видишь? Сундук наш. Загляни. Какой? Вот. Ну вон этот. Так он у меня с собой. Ну вот же вот эти магические. Так он у меня все время с собой, я все время могу взять их, магматические. Что ты это самое, ты? Вот первый раз в Майнкрафт играешь. Не сбивай меня. Так, загрузчик Чанков. Ищем, покажи, как делается. Как так? Его бы найти еще. Загрузчик топлива. Нет, он такой, знаешь, как верстак магический. Автоматический. Голубенький такой. Маленький такой и большой. Маленький? Как он называется? И большой. Как он называется? Да он Чанколодик. Ну нет, по-русски назови, у меня же русский здесь. А загрузчик Чанков, блин, он не здесь. Есть. Я тебе сейчас покажу, где он. Есть. Да что же ты будешь делать-то, а? Вот он, Чанклодер. В общем, вот он, желтый. Листай его, листай. Все, стоп, вот он, желтый. Нажимай, все. Так, Эндер Жемчуг. Так, а ты можешь что за чарвали пока сделать, нет? А у нас книжка есть? Не знаю книжку. Подожди, ладно, Жемчуг. Пока я сейчас делаю. Спать! У нас жемчуг есть? Жемчуг, да нет. А что это смысл? Я не могу! Зачем? Я не могу! За тем, что тут не падаем осторожно. Блин, как-то у нас не очень тут дырка, слушай, мы падаем, а? Ого, сколько у нас обсидиан. Слушай, мы тут постоянно бегаем, постоянно дырка тут. Мы же постоянно падать будем.
Что-то как-то, знаешь... Как-то что-то не так, да? Мы как-то не продумали тут. Но главное весело, ладно. Ой. Так. Насмеялись и хватит, да? Жемчуг Эндера. О, как раз одна книжка. Жемчуг Эндера делается из... Из... Так, железа. Зачарование готово. Он из железа делается. Триндец. Держи тебе. Что ты хочешь? Что мне дал? Зачарование. Откуда ты его шел? Ну я же сделал, ты меня попросил. Ты уже сделал зачарование? Да, что? Ты нашел книжку там и все другое? И все, да. Ничего себе. 5 алмазов было, стало 3. Как ты быстро все сделал? Так, знаешь что? А ты думал, я медленный? Я не медленный. Я не думал. Ты это давай того! Вот, Чан Клауда, все. Куда только золото летят? Ладно, золото сюда положу. Так, все. А ты уже сделал? Да, Чан Клауда, сделал же. Так, не, куда зачарование? А? А где зачарование? Она в Чан Клауда ушла. Как она туда? Она используется в Чан Клауда. Так, дубль номер 2. Идем в ад. Еще раз. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Не расскажу никому. Нет. И? Нет. Я вас от тебя. Не зашкурила, спасите. Мы не видим, как открывается сундук. Подожди, я тебя не вижу опять. На деревянное копье есть. Я тебя опять не вижу. Подожди. Горцевая лопата даже есть там. Так. Яйцо не надо мне. Тут это... Деревянное копье. Так. Можно взять деревянное копье? Да возьми, я побежал. Куда я взял деревянное копье? Я опять побежал туда. Слушай, а тут кто-то вниз бежал. Может вниз пойти? А там этот мостик есть, вон. Нет, вот здесь вот. О. Может это нас к лаве приведет? Давай посмотрим. Давай. А что у меня за копье? Ну это как, ну копье. А как ее кидать? Ну кидать, подожди. Ой. Тут ой. Ей. Так. Ей. Слизень. Что слизень? Слизень нету. О, подожди. Так. Я не выйду. Ты не видишь? Нет, я обратно. Ну, а как мы структуру покажем подписчикам? Обратно. Бегу обратно я. А ты можешь? Ай-я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 й. Там газ где-то. Это в тебя он стрелял? Я где-то стрелял. А ты-то где? Ты статичную картинку не показывай. Ай-я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 й. Бабахает. Я его не вижу, главное. Эй, помоги мне обратно. Тише, я не слышу его. Ты в простой мир мне помоги зайти. Там где-то это. Мы пошли показать. Ты должен показать. Кстати, ну-ка давай газ. Ну-ка давай-ка. Давай. Я хочу тебе слезу выбить, газ. Ну давай, слезу. Потому что слеза сюда очень ценный какой-то. Продукт! Твою шиш. Твою шиш. Шиш. Ты не все. У меня тут экшен, ты ничего не показываешь! Что должен показать? Где он? А! Жесть! А тебе помочь? А! Нет, блин, меня оставить тут! Давай иди, покажи что-нибудь. Сдалека хотя бы, я же не прошу тебя. Не могу. Ну, зрителям-то... Иди, я сейчас буду снимать, все. Ради зрителей? Подключаем и это. Абай. Да ты видишь, ты не или нет, а? Блин, такой был шанс его убить.
Там это не агрится, свинозомби. Я бы вышел. Ты свинозомби не агрится, если ты не, их не, это, не агришь. Давай, давай. Да ты не показывай. Ты выйди наверх. Так где там ты? Я не вижу тебя. Тут я. Где ты? Ты вот по этой тропинке, по которой мы шли, ты идешь вниз? Ну, да, я тут. Я не могу под тебя смотреть из-за газа. Либо ты сейчас идешь, либо я буду снимать. Сейчас, подожди. Считаю, мне блоки того... надо. Пока я пошел. Так, все, на зомби там нету. Там еще газ один. Блин. Вот ты здесь есть? Вот здесь вот ты. Вон, я по ступеньке там. Вот, пошли, спускайся, давай. Никто тебя тут не возьмет пока. Так, давай. Так, просто... Я тебе говорил, или я буду снимать, или ты идешь со мной в ад. Фух, мне сразу легче стало. Стой здесь, стой, стой, там газ вон. О-о-о. Вон он газ, надо его этими... У меня лук есть. У нас время заканчивается. Я могу лук понести. За луком. Так, надо же показать, как мы эту помпу ставим. А тут лава. Может, вот здесь поставить? Может, безопасненько пока будет? Как ты считаешь? Ну, давай. Давай здесь в тишине поставим. Пока только вначале погаси свет. Как я свет покажу? Подожди, там он опять летает, слушай. Подожди. Я чуть тебя не ударил. Ну, ты издеваешься, что ли? Ну, я хотел в него откинуть. Так, давай вот здесь поставим. Ты где? Пока. Я тебя потерял. Нам пока... Нам же, знаешь, мы потом, может, переделаем. А! Что? Кто там? Все на зоне там. Нам ведь зрителям пока показать надо. О, лава. Так, сейчас зрителям показываем. Ты смотришь на меня? Можешь издалека вон, можешь уйти вон туда, оттуда покататься хочешь. Нет, не здесь, нормально. Мы потом переставим. В общем, уважаемые подписчики, значит... Чё? Мне показалось экран, что я горю. Так, сейчас мы поставим и закончим. А я не вижу, где выход-то. Ну там наверху выход будет. По этой дорожке. Куда ты зашел-то? Я сейчас буду ставить. Да, вижу. Так, только в лаву тут не пойдет. Здесь где-нибудь стой, вот здесь вот они, подписчики выйдут. Дай мне блоки закроешь. Чего закроешь? Блоки дай. Мне нужно сейчас. Вот стой просто, показывай. Все, боже, тебе ничего не требуется. Так, значит, какая у нас механизма такая. Значится, ставим вот так вот. Показываешь? Угу, угу. Ага. Угу. Так, чанклоуд, контейнер. Движок. Быстрее давай. Так. Сейчас газ улетел куда-то. Так. Вот светополь вижу. Так. Нет, он не улетел. Свинозомби. Пугай меня всякими этими, слышишь меня? Свинозомби. Ты слышишь меня или нет? Ты слышишь меня? Все, показываешь? Да. Ставим, значит, помпу. Так, ставим эндертанки, делаем трубу, делаем двигатель. Чё? Что? Блин, ты меня не пугай так, Ты что показываешь? Да. Ставим трубу. Берем лаву. Уходи, свинозомби. Фу-фу. Запускаем. Вот смотрите. Уважаемые зрители, вот ваш двигатель, значит, запустили мы. А помпа идет?
пошло, вот, видите, да, наполнилось. Все, ничего не делай. А куда заглядывать? Ничего не делай, не заглядывай, ничего не нажимай. Все, зашло в помпу. Все, ничего не делай. Так, ничего не делал, ничего не трогал. А я вообще ничего не трогал. Все, я установили. Просто двигатель заглянул. Так, чанк лоудер ставим. Ставим чанк лоудер. Оп. Заглянуть можно посмотреть? Так, он грузит. А, это кто только? Два. Радиус 9 чанков. Шоу, лазер. А я не вижу лазер. Ты не видишь? Нет. Сквоя площадь. А как мне выйти? О, я вижу лазер. А что он делает? А за сколько загружает? Ну вот, два чанка. А ты можешь внутрь в чанк-лоудер загляни? Это твой. А, это мой? Ну, в общем, уважаемые зрители, подписчики. В общем, он грузит у нас тут, ну, немножко нам надо... Буквально один чанг. То есть 9 чанг. Он тоже глянул-то. Заглянуть хочу. Все, пойдем, пойдем. Все. Миссия на сегодня выполнена. Где подъем? Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот. Сейчас мы дойдем. Осторожно, да. Блин. А. Мы сейчас так, пойдем. Ты первый. Чего? Куда? Там никого нету. Есть. Все, сейчас зайдем, и мы уже выбрались за 20 минут. Но, видите, надо было показать. Это у нас исторический момент. Мы переходим на магмового. Так, на лаву назад. Грузишки. А ты назад, так, никого нету? Какой назад-то нету, пошли. Все. Там свое забрал или что у тебя? А, нет. Забери что-то. Так, забирай это. Так, копье я, не знаю, выкинуть копье или нет. Смотри, лава необычная, с ведром, что-то какое-то у нее. Нормально, все, так. Так, подожди, так, дерево, лопаты. Все, пошли, так, пошли, все, выхожу. Так, копье я забрал. Выходим. Фук. Ой, ночь. Мы опять это... Ночь. Ночью что делать? Пошли это переночуем кого-то. Ты где? Вот, сзади. А там кто? Это ты? Это не я, я. Да, это я хожу. А я за тебя прям. Подожди, сейчас я выйду. А, это Саша! Подожди, я захожу, не бойся. А кто там был? Я не знаю. Это лождение какое-то. Да. Ты где? Не знаю где. Ты-то где сам? А вон ты спрятался. Нет, Надя, да, уходи. Все, пошли. Все, давай, прощай. Ладно, в следующей серии покажем, как лава это пойдет к нам. Подожди, я тебя потерял. Да я здесь. Я потерял. Давай здесь около морковки закончим. Какой морковки? Вау. Все, всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.